чатик. Меня так долго не было АФК. Там, наверное, в Warzone уже все нормально, да? Так, я уходил. С какой причиной? Налить чайку и за шоколадочкой, да, какой-нибудь? А, ну да, я ходил добывать чай на плантации. Лепестки черного чая. Сорвал, вот. Сделал вот такой вот пакетик тоже, упаковал, чтобы нормально заваривалось. Да, еще настрогал фруктиков всяких там, орехов, чтобы прям... Вот, и сгонял на завод Сникерс, блядь, ебанул себе Сникерс, нахуй. Пиздец, 20 тысяч лет Сникерс не ел. А, по-моему, нормальная сложность. Очень высокий уровень сложности для героев. Ну, я, ебать, герой, получается, пиздец. Что-то FPS 0, по-моему. Долбоёб. Так. Это наши, не наши, хуй пойми, блядь. Кого ебашит-то, блядь, кого? Так. Хуя, у меня 15 рук, ебать, что это такое было. Хуя, хилочка, блядь, нормальная. Но. Бать, куда мы летим вообще? Ай, блядь. Еще надо, блядь. Роба хуй, блядь. Че делать, блядь? Он не прыгает, блядь, не перепрыгивает, ничего не делает, блядь. Алло, ёба, это ты? What's your status? Блять, нахуй на ножах, блять, let's go, иди сюда, блять. Сука ебаная, блять. Чё, блять, давай нахуй, ты, блять, кто ты, блять? Кто ты, нахуй, кто я, блять? Слышь, ты, блять. А, да? Так он же, блядь, не ударил даже ни разу. Бля, ну почему FPS настолько хуёвый, пиздец? Это же ID. Это же иды, блядь. Как настолько хуёвый-то FPS, блядь, я... Ебать, здорово. Не, FPS в жопе в том плане, что 60 FPS. 60 FPS в 2021 году это... Хуйта полная. Так, а чё, куда бежать, ебать? А похуй, ебать, побежали нахуй. Левый альт, и чтоб пригнуться. Охуеть. Нажмите че, ебать. Охуеть. Нажмите, чтобы открыть карту. Говно игра, кстати, пиздец. Лута вообще нету. Ебать. Шо нахуй? Ты чё, собака, блядь? Ебаная, блядь, сутулая. Глушитель, охуеть. Ща по стелсам, ебать, чач. Пошел стелс. Че, как вам мой стелс? Так, я же ящики могу ломать, да? А, ну не эти, да, не эти. Зажмите, чтобы снять. Давай снимем нахуй, хули, погнали, блядь. Че-то не торопясь иду с этой хуйней. Чел-челочи тут.
Вам вообще пизда, блядь. Полная, блядь. Так. Блядь, опять пазлы какие-то загадки, ёбаный твой рот. Хоп, ебать. Я сейчас поймаю. Где враг? О, враг, ебать. Всё, вот это враг? Это враг. На. Здорово. Какой долбоёб. Блять, ёбаные перилины нахуй. Золотая чаша, золотая. Хуй пойми, где ароматы чая. Что, какая нахуй граната? Иди в пизду, блядь. Фашист ебаный, блядь. Чуть на, блядь. Охуеть, тут у собак реально звук такой. Как будто тебя, блядь, сейчас динозавр сожрет, нахуй. Я пуль наутал. Какая-то бездонная сумка. Ай, блядь. Там не больно было. Там у меня ХПС. ХПС 100 осталось и 100 армора. Не больно было, не больно. Ага. Типа тут нормальненько. Так дай пройти, блядь. А, да нахуй нужен, блядь. Что-то не так, да? Беседка мягкие работы представляет. Мягкие работы. Сука, нихуя перевел, блядь. Нихуя себе, блядь. 1960-й, блядь, ага, да. Киберпанк какой-то, нахуй, не пистолет, блядь. А, он еще и бурстовый. Блять, вот глубина резкости вообще охуенный эффект. Особенно в ту точку, куда я сам смотрю. Вообще заебись. Иди погуляй, блять. На нахуй. Толярма нахуй, в башке твоей, блядь. Так, а сейчас можно накатить фикс FPS-а, правильно? Пойду еще за чайком, еще за шоколадкой. Или что, или похуй на фикс, блядь, и играть нахуй 24 кадра, блядь. Ну, и глаз же, блядь, не видит нахуй больше 24 кадров. Ну, блядь, там эти нахуй, блядь, ученые, блядь, там хуем позолоченные там говорили, там, что, блядь, ну, 24 кадра это предел человека, блядь, там. А на 25 кадре уже все пизда. На 25 кадре все, уже пизда, уже пизда, уже пизда. Там людей гипнотизируют, нахуй, они там, блядь, такую хуйню делают, вообще осуждаю, блядь, максимально. Был предел же, потом глаз развился. А, нихуя мы, блядь, супермутанты получается, блядь. Получают супермутанты лютые, блядь. Ну просто я вообще вижу разницу даже, блядь, в 300 FPS, нахуй. Я думаю, какие-нибудь квейкеры прошаренные видят разницу и в косаре, блядь. Летчики до 600-700 различают. Ты летчик? Если нет, то и пиздобол. Да? Чё, где служишь или работаешь? Flight Simulator? Нихуя. Пиздец у меня, конечно, ебло квадратное. А ты старые вульфики не видел? Там прям экшели квадрат. Там прям экшели квадрат, блядь. No jokes. You can check. А, похуй на фикс, вот так поиграем. Бля, ну звук максимально приятный. Я бы его на будильник себе поставил.
Ой, бай, здорово. Ой, бай, привет. Похуй, я русский, блядь. Легко. Почему графон в игре раз в 600 красивее, чем CGI? Сейчас я разолью все нахуй. Augenblick mal. Ich bin Obersturmbandführer Engel. Und das ist mein liebreizender Begleiter. Das bist du doch. Aber warum sitzt du da? Was soll das, mein Schatz? Das ist nur ein Test. Ебать, смешно, пиздец. Так, это карточка на вочер. А это типа нарыгал кто-то, блядь. Ну, Void получается, там, трансмутки какие-то или что. Ну, и на Watcher карточка, конечно. Ах, so. Und jetzt wählen Sie das Foto, das in Ihnen Glücksgefühle auslöst. Ебать, солидный кофеёк вообще. В смысле, он ещё горячий. Остыл давно. You know, there's just one bed. Ну, всё, yes. Отлично. Поебёмся. Вот член. Вот член. Вот член. Охуеть. Ебать. Это механикс. Чё, собачка? А, нихуя, блядь. Не, сосёшь. Не звонить сюда и больше, блядь. Читать записки, блядь. Я вам чё, учёный нахуй? Нормально. Шо, чё смотришь? Чё? Проблемы какие-то? Чё такое? Что случилось? Держи нож. Что, что? Что ты орешь, блядь? Блядь. Меня захавали. Там вроде подо мной цепочка была. Так, ну теперь я готов. Ебать, какой быстрый. Лови. Чё, я пролезу? Нихуя. Он тоже ловит тогда. Ой. Смыл лоха, блядь. Лови. Лови. Бля, можно еще ножичка? Что, сейчас же ножичек, да? Что, блядь, лежать нахуй? Блядь, как забрать ножик? Да-да, заебись. У 8 умножить на 9, 72. 7 плюс 2 равно 9. Ну да.
А, это типа вот так вот, смотри. Хоп, и аптечку можно взять. Охуеть. Опа. Опа. Нихуя стелс. Прям стелс шмелс сейчас был вообще. А чё перки? Какие перки нахуй? Где перки посмотреть? Где, блядь? Кто? Киньте поп нахуй. Ебать. Ебать! Поет 3 чисто, блядь. Ебанешься вообще, пизда. Опа. I think we can pull this off if we work together. Домкрат потащил. Так. Понял. Заебись. The good thing about the Nazis is they really are stupid. So long as we're hidden by this mist, no one will see us. Да, игра экшели выглядит значительно красивее, чем, блядь, мувики. Then the Nazis brought in the London Monitor and everything with the shit from there. А чё, разве не покажут, как мы там из Берлина в Лондон перебросились там, не? Чисто одно КПП проехали, всё, блядь. Переброска окончена. They just do whatsoever they please now. Зачем? Ну что, блядь, сильнее погрузиться, блядь. В смысле, зачем, нахуй? You make this count, alright? Да разъебусь я, блядь, не переживаю. Взламываем хуй, похуй. Не, мало лута, мало. Мало лута, пиздец. Чё думаете, чат? Я бы тут лута вот умножил бы на 10, нахуй. Чел. Чел! Вот, блядь, сам туда иди, нахуй. You should stuff as you can carry. Will do. Охуеть, переход просто пиздец. О, нихуя, прайм резонатор. Сюда лут, блять. Так, ну я так понимаю, это местная БФГшка, да? Ну, инстинкта самосохранения нет никакого, блядь, понимаете? Я, ебать, русский, мне до пизды вообще. Не быть мне шпионом, блядь. Не быть мне шпионом. Бля. Ну я ебал, блядь. Я думал, ну нахуй вот так, блядь. Оно немножко вправо летит. Я ебал, что?
чат, блядь. Пиздец, что-то, блядь. Да, хуй ты орешь, блядь. Ой, я крутое оружие в натуре. Ебать легко, блядь, вообще. Сюда лут, ебать тут лут, а чат. Ёбнешься, блядь. Сейчас нажрёмся, пизда вообще. До Нового года хватит, блядь. Ну, я, походу, нажрался уже, чат. Как-то быстренько, по-моему, не? Ясно, минус балл, нажираешься очень быстро. Скинов нету в ящиках. Тоже неплохо, кстати, да. Тоже неплохо. Блять, не пролазит. О, пролез. Нажрался слишком сильно, аж, блять, не пролазил нахуй. What the? Quite critical. That'll be all. We can go now. Все пиздуй, дружбан, блять. Пасхалочка, ебать. Блять. Я совершил ошибку. Мне надо было заказать похавать, а уже час ночи. О, бутики поем, блять. Чё, какая нахуй бетонная мешалка, блять? Чё, блять? Ресурсно как пользоваться? Я тупой, я тупица ебаная нахуй. Не умею в картинке, не умею читать, не умею считать. Хули ты от меня хочешь? Я ебанат. Спасибо. Долбоёб, ножик забыл, блядь. Нормально. Нормально. Ты тоже иди сюда, блядь. Мойте руки, суки, иначе вас догонят всякие курона штуки. Сколько ты поворачиваешься, блядь? За лупонькой ебаная. Но вот это файт, блядь. То кого переколбасит, блядь. О, с этим так же ебать, мама. Перки, 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 перки. Кто такие, блядь, кампфундов, блядь, что? По-русски, блядь, можно оно? Вот, блядь, говно игра, реально, вообще нехуя лутать, вот. Как так-то вот, блядь? Блядь, жаль, нельзя насрать на стол, блядь. Тоже игра не продумана, тоже минус балл, нахуй. Чё, какое нах кольцо? Причем смыло, там было колечко. Ага. Так. Эй,
Ощутик приятного мне аппетита. Я тут... Ой, блядь, я тут такой заебашил, нахуй. Блядь, уже... Дошик с двумя сосисочками на... Ой, бля. Хорошо. Хорошо, блядь. Насчет пиздец давно дошек не хавал. Яичко разбить в дошек? Ебать, это что за читы? Что будет? Ну-ка, расскажи. 1500 онлайна в 2 ночи. Вы ебанаты? Да. Как, так, как и я, как и я. Как и я. Я тоже ебанат. Я тоже ебло. Я ебло. Плюс. Я ебло. Да, это я. Вот, ребят, мне и так надоело вот это вот. Вот эти ассоциации с Warzone или, ну, с другими батл-роялями. А с чем тебя хочу ассоциировать, блядь, Димас, нахуй? Я, конечно, геймер, но, блядь, когда у меня фотография, да, я выложил фотку впервые за полгода, и там все комментарии, все. О, ты хоть бы ПЛА-то прожал, когда вышел? О, пошел на улицу и без комплекта. Ой, надеюсь, ты хотя бы датчик сердцебиения с собой взял. О, нихуя, чё, зона... Бля, про комплект нормально всё. Ну давай, блядь, говнина ёбаная. Охуеть, и что это за прицел? Что, блядь? А, он типа самонаводка. Так, и чё? По итогу у меня пушка разрядилась вообще инстантно, блядь. For yourself, Captain Blazkowicz, but I'm planning on keeping it. You give that to Caroline. Nazis built this bridge 3 years ago. Straight shot. Хуяка. Бля, вот в Ульфике вот смена сцен, смена локации, она как-то слишком резко происходит. То есть нету какого-то перехода. И он такой, хуяк, бля, это уже в другом месте. Шо, бля? Вот, блядь, в уголочек именно попал. Ля какой, сука. Молодец, блядь, уёбок ебаный. На повышение пойдет. А я пришел к тому выводу, что гранатометчики спавнятся бесконечно. Вообще, в принципе, здесь челы спавнятся бесконечно, пока я не перейду какую-то черту. И где эта черта, хуй знает. Охуенный промежуток игры вообще. Обычные хули марики меня убили. Конченый мост, блять, Макс. О, заебись чекпоинт, блять. Ну вот, 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 вот она, вот эта вот черта, где они перестают спамиться. Заебись стоишь, браток, блять. Блять, ну кто такого моба нахуй сюда, блять, Сэн? Ну вы чё, вообще, блять, ебанозеры? Не, вот это, вот конкретно эту локацию придумывал просто долбоёб, блять. Вот конкретно уволить надо, чего, блять. Охуеть, такого пиздаря, блять, найти надо, чтоб такую локацию, блять, придумать. Это ж, блять, просто пизда. Ну хэн гличим хули, чё.
что дальше-то, блядь? Алло. Допустим, да? Так. Блять, начни стрелять меня еще. Не, очень конченый левел, блять, самый хуёвый левел, блять, вот прям уволить бездаря, блять, ответственно. Нахуй. И чё, блять, я обратно вернулся. Нет, это самая кретинская тупорылая миссия ever. А в чем проблема была изначально меня сюда высадить? Ебанаты, блядь! Блядь! Это просто дерьмо. У меня пушка перегрелась или чё? Я не могу стрелять. Пиздец. Просто чушь. Вся эта миссия, это, блядь, чушь. Вся, вот просто вся вот эта миссия, это какая-то чушь. Блядь, так, такое охуительное начало, что, блядь, хуяк шарик какой-то сбросили инопланетный, он, ебать, расхуячил поезд, расхуячил мост, ебать, мясо, блядь, вообще все вот сдохнут, ебать, шок, блядь. Но затем долбоёбы меня высаживают зачем-то в начале вагона, когда нам не начало, нужна середина, блядь, особый вагон, блядь, нам нужен, блядь. Потом я нахуй сам проделываю путь через все эти дебри, блядь. Потом чел такой: хуяк, а давай я тебя высажу прямо у нужного вагона. Охуеть! Блядь, я бы режиссеру в ебло втащил, блядь. Вот если бы он на меня работал, и он ко мне придет вот с такой хуйней, я бы, блядь, его уволил нахуй. Я бы сказал, чел, ты че, еблан? Я бы сказал: чел, ты чё, блядь, под наркотой? Я тебя осуждаю, блядь. Долбоёб, блядь. Иди нахуй нормально сделай, блядь. Пиздус, ебать. Какое же это говно, ёбаный твой рот, блядь. Сейчас я на супер лоу хп должен, блядь, против гранатометчика играть. Как я должен его убить нахуй здесь, блядь? Расскажет тебе кто-нибудь нахуй? Это просто шутка какая-то, блядь. Блядь. Вот тоже охуенный моб. Вот охуительный моб. Три магазина въебало, надо, чтобы он умер. Вот и опять же, про что я говорю. Вот я только миссию закончил, и хуяк, я на Луне уже нахуй, все, блядь, здорово, блядь. Вообще никакой... Ой, все, впиздало меня. Well, I'm on the motherfucking moon. The mouse on this one. Какая нахуй цензура, блядь, ну... Он же один хуй отчетливо сказал: I'm on the motherfucking loon. Блядь! Не, я что-то, блядь. Какого года вы говорите, игра? 14-го. Переводчика тоже уволить нахуй. Блять. Ну ебать, нормально, окошки помыли, пиздец. Ебать нормально помыли, пиздец, вообще, блять. Прям ебать чисто, блять, прям хуй пойми. Вот, блять, вот уборщики или уборщицы, вот от вас зависит, раскроется ли шпион на задании или нет, понимаете, блять, вот. Тут, блять, да.
сука. Ножик проебал, блядь. Как? Ебать, ну я русский, потому что, блядь. Наебался в Алиса, нахуй. Наихуевейший шпион в мире, блядь, просто. Ща по стелсу сейчас я сделаю грамотно, смотри. Оп. Из. А сколько на Луне гравитация, чат? Там же она вообще чуть-чуть прям. 1.6, блядь. 1.5, нахуй, на самом деле, блядь. 1.5, блядь. Egyptian, if he is testing us, we are failing gloriously. И чё, и нахуя? Что? И сейчас будет, блядь, с раной ходить воевать, блядь, просто, сука, кусок мяса, блядь, вырез. Да завали ебало, блядь, своё нахуй! Блядь, какая она громкая и уёбищная. Чел. Иди в пизду, блять, вот. Просто, блять, на вот нахуя нужен в игре моб, которому надо в ебало попасть 100 пуль. Вот просто нахуя, блять. Ебать. А, да? Не, я не знаю, что против него делать. Ему похуй просто. Это не так просто, как ты думаешь. А. Че, на меня-то падает? Но я на сегодня все, чатик. Завтра продолжим, завтра закончим. Спокойные ебаные ночки, блять. Сегодня, получается, я допройду Вульфик. И че вот будем делать ночью? Вопрос хороший, пиздец. Можно покачать какую-нибудь рофла хуйню в поешке. Типа там какие-нибудь, не знаю, фростблейды, блять. Я хуй его. Фолыч, не, фолыч я наигрался уже. Аурастакера нудно, блять, качать вообще. Там еще сидеть разбираться. Че ему надо, блять. У меня же не 30 мира в бюджет, блять, а там что-то у меня экзов 20 всего лишь. Не, можно, конечно, продать мечик, блять, за экзов 400, блять. Хорошая опция. Но его не сразу купят. Блит берсерка через Варкраи. Ебать. Не, что-нибудь попроще. Попроще, блять. Ну, а, посмотрим. Надо сначала пройти Вольфик, когда посмотрим. Может, что-нибудь вообще другое поиграем. Увидел я вас, ваш, блядь, айшот, там Паша на нем катал, ебать, говно. Я когда в жизни, блядь, на лучнике не буду играть. Хуй всем, мне хуй, сюда хуй, блядь. Сюда хуй. Ну, Вульфик нормально, хороший сингл. Ну, то есть, не говно, но и не супер. Нормально, хороший сингл. Блядь, злой. Чё-то, блядь, чё-то, блядь. Чё-то, блядь, разъебало меня, нахуй. Тихо-тихо, ебать, не ручи. Всё, давай, пошли уже, блядь. Заебись. Ладно, хуй с ним. Он сюда не...
Блять, ебаный твой рот, сука. Ой, блять. Похуевело чуть-чуть. Это чё за ОЕшка, блять, что? Что, блять, с собой делать? Охуенно! И чё это, блять, такое, блять? В смысле, я в Fallout наигрался просто. Если заказать Sims, ты тоже в него будешь играть. Чел, ты не закажешь Sims. Ты не накопишь никогда 500 тысяч поинтов. Переживай. Вы можете заказать абсолютно любое конченое говно, которое вам взбредет в голову. Самое главное. У меня нет консоли, у меня нет VR. Покупать ради вашего говна консоль VR я не буду. Потому что это просто вот деньги на ветер вот так... Блять, я сжечь могу просто пачку бабок, блять, будет полезнее. Хоть, блять, на костер посмотрю, блять. Игра должна быть разрешена на Твиче. Все. Как проверить, что игра разрешена на Твиче? Заходите в дэшборд своего стрима. Каждый, у каждого есть дэшборд стрима, если вы зарегистрированы на Твиче. Пишите название игры, если, если вы написали название игры и выскакивает игра, значит, вы можете стримить на Твиче. Но суть в чем? Я сыграю гарантированно от 1 часа до 2. А дальше дроп. Ну... Чаще всего, блядь. Поэтому какой смысл заказывать говно, если я дропну? Блядь, ну... В таком коридорчике убить шотганера, блядь, точно не получится, нахуй. Охуительный моб. Охуительный вообще. Охуенный моб, блядь. Блять, какая душная хуета, боже. Вот реально, в этой игре вообще нечем убивать плотных мобов. Вообще нет баланса в этом плане. Ты делаешь 2 выстрела из лазер-краудверга, блять! И все. Дальше сосешь хуй. Тебе надо либо с АР-ки попасть в голову плюс-минус пуль 200, либо с шотганом идти прям на ебало, и там 50-50. Либо ты ваншотнешь, либо тебя ваншотнут. Охуеть, вообще кайф. Я еще больше начинаю любить Doom, вот после таких моментов. Потому что в Doom в этом плане все максимально, блядь, сбалансировано пиздато. Это не сложнее, это тупорылая хуета, это не сложно. Это тупорылая хуета, вот как, например, блядь, в Dark Souls, вот, вот, тоже, блядь. Вот. Просто тупорылая хуета, все, это не сложно. Разъебать полк элитных солдат. Разъебать полк элитных солдат вообще, блядь, не вопрос, нахуй. Как-нибудь, да, разъебем, да. Разъебать усача, который заныкался в шахте вентиляции, невозможно, невозможно, невозможно. О, блядь, ты смел. Что, у тебя пистолет? Башка, вы не расстраивайтесь так сильно. Скоро и за вами придем. Последний понедельник живете. Нормально, что вам просто мозг почесать сейчас, все нормально.
смысле? Не понял, блядь. А чё он у меня пушку забрал, блядь? А чё у меня вообще нет пушек, блядь? Чё за прикол, блядь? Заебись, босс файт, блядь. Кончай, блядь. Ебать, сложный босс файт. А, да? Просто. В этой игре вообще не ощущается, что по тебе кто-то дамажит. Вообще, блядь, не ощущается. Я, блядь, чё, не могу выбить у него гранату из руки, чтобы она, блядь, улетела или чё, блядь? Captain, we are in position. The nuclear cannon is armed. Permission to fire? Hey, mother of exile, Jor. Send these. The homeless. Tempest tossed. You're clear. Ну и долбоёб, блядь, ты тупорылый, блядь. Так а чё, покажи, как ебануло хотя бы. Ебать хуета, ёбаный рот. Ебать говно. Блядь! Это какой же, сука, сценариста уволить нахуй тоже. Вместе с долбоёбом, который придумывал левел на мосту, уволить нахуй тоже, блядь. Итоговая оценка, блядь, 5 из 10 хуета, которую пройти на разик можно. Всё, больше не играть, блядь. Ебать. Ебать говно. Не, даже не 5 из 10, 4 из 10. Потому что лута нет. Не, ладно, всё, давай. Ну, нормально. Не, давай нормально, ладно. Давай нормально. Хорошо, нормально, давай. Давай нормально, да. То есть вот я открыл блокнотик.
Сейчас вот напишу, блядь. Wolfenstein New Order. Да, вот честно, вот честно, вот честно, вот честно, вот честно. Ну, здесь, вот конкретно здесь, 4 из 10, ебать высер просто. Ну, в плане высер. Вот уволить нахуй чела, который придумал левел с мостом, это шок, блядь. Вот кто вчера не был. Посмотрите, это, блядь, просто бред ебаный. Вот какой-то нахуй, вот просто кончик. Короче, если говорить коротко, короче, миссия на мосту. Мост двойной. Одна, ну, типа, неважно, блядь! На мосту. Нахуй, блядь. Короче, блядь. Смотри, блядь. Мост. На мосту поезд. Поезд. Ты хуячишь, блядь, какой-то инопланетный шар. Шар расхуячивает все, ебать. Все. Тена высадится, блядь, на поезд, блядь. И спустится, блядь, чела полутать. Вот тебя высаживают на верте в начале состава. Да? Нахуя? Ведь вагон, который нам нужен, он в середине состава, блядь. Похуй, тебя высаживают в начале состава, ты пиздуешь по всем этим дебрям. Потом, во время файта происходит катсцена, в которой тебя спасает тот же самый вертолетчик, блядь. И знаете, где он вас высаживает? Охуеете! Возле нужного вагона, блядь. Понятно? То есть ты полчаса пиздишься, а потом он тебя усаживает возле нужного вагона, блядь. В чем проблема, блядь? Высадить меня нахуй у нормального вагона, блядь. Чтобы я там попиздился плотно и потом полутал, блядь, нужного чела, блядь. И вот сейчас вот еще вот это все подкрепило сейчас концовкой. Просто, блядь, бездарнейшей, блядской концовкой, блядь. Что? Это что за говно вообще, блядь? Это что? Господи, блядь! Это шо за говно? Ебать! Impressive. Это, блядь... Ой, ёб твою мать! Не, нахуй, 4 балла, идёте в пизду. Нахуй, блядь, всё, пока, блядь. Сука. Ебать, хуета. Боже мой, нахуй. Я понимаю, да, там, что, типа, это, блядь, нереалистичная игра, блядь, там, вся хуйня, блядь. Но это же вообще бред. Совершенно нелогичный супер бред, блядь. То, что, блядь, супер боец, разъебав, нахуй, босса в огромном роботе, блядь, не может, блядь, рукой отбить гранату, блядь, которую держит этот, нахуй, лысыч ебаный, блядь, на старике, блядь. Вы чё, вообще, нахуй, блядь, алё, блядь. Это же просто пизда какая-то. Можешь посмотреть предыдущие ролики. И не забудь подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео.